Ну что, мы в ТРЦ «Секрет», и сегодня скидки на «Черную пятницу» достигают в некоторых магазинах до 70%. Сильные новости прошлись по «Секрету», поговорили с покупателями и продавцами и узнали, какие же скидки готовят магазины и что выбирают гомельчане. Поехали! Сегодня у нас грандиозное событие для города «Черная пятница». Спасибо нашим арендаторам, которые предоставили практически 99% арендаторов, это почти все, предоставляют вам скидки. Максимально возможная скидка в нашем магазине, в нашем торговом центре – это 70%. Мы рассчитываем, что сегодня нас посетит порядка 40-50 тысяч человек. Все-таки такое грандиозное событие. Ждали целый год. Наплыв достаточно хороший людей для пятницы. Не примерялись к «Черной пятнице»? Возникла необходимость, вот и пришли. А как к скидкам относитесь? Очень положительно. Очень положительно. А что планируете сегодня купить? Зимнюю обувь. На «Черную пятницу» тоже? Да. Тебе выбирают обувь, да? Да. И маме. И маме. Надеетесь, что удастся купить с хорошей скидкой и сэкономить деньги, правильно? Конечно. Про «Черную пятницу» вообще знаете, что это такое? Скидочный день, а историю не знаем вопроса этого. Ну, уже вот кроссовки купили. Кроссовки купили. Со скидкой? Да. Сколько со скидкой вышло? Какая была скидка, может, знаете? Ну, стоили не 170, а взял за 110. 60 рублей. Не, ну там еще бонус-код был, так? Ну, со скидкой со 140, если без бонус-кода. Довольно покупка? Да, вполне. Специально ждали «Черную пятницу»? Нет, просто. Вы пришли на «Черную пятницу» специально? Да. А что купили? Детям купили. Вы специально ждали скидок к «Черной пятнице». Сколько удалось сэкономить, если удалось? Удалось. 10 рублей. 10. Но вы еще не закончили шопинг, да? Да. Ну, мы по определенным пришли, за определенными товарами. Со списком ходите? Да. Да, ну в целях экономии со списком. А что такое «Черная пятница»? Вы не знаете, что такое «Черная пятница»? Я не хожу так. Не ходите? Распродажа? Скидка, да, скидки большие. На что? Нет, я не верю. Каждую «Черную пятницу» раз в году я посещаю художественный магазин, потому что скидки здесь бывают редко, а материал художник покупает регулярно. И эти краски, кисточки и бумага стоят деньги немалые. Творчество дорогое у нас. Вот. И сколько удается сэкономить? 20%. Например, моя покупка 100 рублей, на 20 рублей я могу еще взять кисточек и либо тюбик краски могу за 20 рублей дополнить. Угу. А вы пришли именно в этот магазин или в целом ТРЦ «Секрет»? Нет, я пришла именно в этот магазин. Что? Обычные скидки бывают и в другие дни, а меня интересуют скидки в художественном магазине. Сегодня у нас в магазине действует скидка от 10 до 50%. Стандартно на сапог, на ботинки 20-30%. Где-то есть некоторые коллекции, которые уже остаточные размеры 40-50%. Сумки 20-10% скидка, аксессуары – это шапки, перчатки, очки, браслеты – 10% скидка. Ожидаете ли наплыв клиентов? Видите, что приходит именно на «Черную пятницу»? Ну, я думаю, что да. Я верю в то, что они у нас сегодня будут. На данный момент пока их нету, но вторая половина дня должна работать. Мы работаем сегодня с 10 утра до 10 вечера. Я думаю, что люди придут. Я жду их. Как думаете, в сравнении с предыдущим годом, будет ли разница в связи, там, может, с пандемией или еще чем-то? Хотелось бы верить в то, что, конечно, такого не будет, но вероятность такая может быть, потому что все-таки люди немножечко боятся данной болезни, пандемии, и у некоторых людей, конечно же, есть проблемы с деньгами, с финансами, с зарплатами. Это тоже играет огромную роль. Акция у нас сегодня проходит 3 плюс 1, то есть это 4 вещи по цене 3. Одна идет в подарок. Специально к «Черной пятнице»? Да, сегодня именно только один день. А людей больше, как вы ощущаете? Ну, есть небольшой прирост, но мы большую часть ждем именно к вечеру. То есть, ну, на текущий момент, в принципе, для пятницы нормальный поток. Как вы думаете, гомельчан «Черная пятница» скидки привлекают? Они приходят за покупками? Да, конечно, люди приходят, люди спрашивают уже за несколько дней до «Черной пятницы», интересуются, какие ожидаются у нас акции, как, ну, а в целом, что мы можем предложить, и интересуются постоянно. Спрос есть, ну, на все можно сказать, поэтому определенную группу товаров выделить, ну, довольно сложно. То есть, все пользуется спросом. Добрый день. Есть скидки, до 50% на довольно широкий ассортимент. Все товары, которые
со скидкой сейчас идут помечены красными кругляшами по промокодам. До 50% на выделенный ассортимент, то есть есть у нас списочек, где, на что, какие. Скажите, пожалуйста, наплыв людей ощущается к Черной пятнице? Ощущается, да. В будние дни обычно гораздо меньше было людей. А что у вас в основном покупают? Машинки для стрижки, наушники, наверное, самые популярные. Телефоны тоже берут. Самое такое основное. Больше всего наушники беспроводные. Сейчас прям топ продаж. Как вы думаете, в этом году Черная пятница по количеству людей отличается от предыдущей, от предыдущего года? Сложно сказать, наверное, будет видно еще субботу-воскресенье, но уже ощущается, что в пятницу уже, ну, в обеденное время обычно людей нет, то есть сейчас люди ходят прямо с самого утра.